это ты. Я счастлив тоже, хотя я вас ненавижу, но я счастлив безмерно. Вы стартанули, все, остановитесь, Михаил. Да, слушай, очень рад тебя слышать и товарищи в чатике тоже. Хотел сразу, пока не забыл, сказать спасибо Хапачу, что не кикнул из игры. А, потому что сказали, что он там следит за официальными апсами. Ну ладно. А, это как... кто тебе такое говорит? Да, не какие-то провокаторы, провокаторы. Да! Ай, ты не как... верим никому! Я это самое, смотрел игры и поставил на заднем плане звук с твоими комментариями. И? Ты хорош. Ты хорош, ты безумен, безумен местами. Скажи, что это самое... Шишка как бы... встала? Нет. Нет. Шишка... Пока, значит, не очень, Миш. На такие моменты шишка не встает. Не встает. Даже интимные моменты не встает. Но что-то я хотел сказать, У тебя бывают разные... Это я в курсе, мне уже сказали. За хавком. Что? Миша, что ты несешь? Смотри, он зажимает. Ты безумец. Что ты несешь? Какая первая катка за хавком? Ты болеешь за хэппи? Значит, ты околит. Или нет? Я-то гном? Ты гном? Ты гном? Подожди, а почему ты гном? Я гном. Так и посидеть. Ты болеешь за хэппи. Нет, смотри, все нормально. Он потратил два рабочих. Так. Два рабочих. Хавк играет по теме хавка, потому что хавк красавчик, я. А Хавк играет по теме хавка, я. Миша, об этом все знают. Да? Чтоб ты понимал этим. Они только не признаются. Они, может, даже не знают, кто он такой. Не, он... Ну, с минуса еще, смотри, он как пинок, четвертый сейчас будет. Пятый, смотри, по-моему, сейчас кто-то ливнет. Миша, только не ты ливнешь. Я не буду ливать. От счастья, ну. Так что там, кто с кем вместе живет? Мужчина живет с женщиной, ты знал об этом? Да, я встречал такие кейсы. Вот как ты решаешь, что ты хочешь быть? Или быть не хочешь? Или это случайно выходит? Просто такой вопрос извечный. А что тебя так внезапно это заинтересовало? Меня-то не интересовало, я и шел, понимаешь, за этими тремпелями, я иду с этим пистолетом. ДК пятый ДК. Что происходит? Хэппи уже меньше, 62 на 72. Хватит, кто в ноги заходит, сейчас будет прием. Бросок, ломает его. Зажал в угол давление, зовите Тайсона. Ну сейчас минус питлорд будет, пятый будет, не будет. Будет минус третий питлорд, давай убивай его! Арда! Корейцы не могут комментировать. На 50 лимитал хэппи. Хавка 68, блядь. Тут битва минус 3, да, сейчас ливнет. Давай, летя, поймал. Это хавка, контроль. Смотри, дестройеры, минус 1, минус 2, минус 3. Да ладно, хавк убивает император, шок. Архмаг умирает. Леча, фу. Стресс окружает, нету ТП, посмотри, выкупает, что делает, выбивает. Молоток кидай в него! Т, буква, Т, класса Т! Миша, ты тут, откачайте его! Буква Т, точно хоть Т молоток? Т, Stormbolt, все правильно. Ой, ну герой подходит, смотри, а тут все красное. Можно питлорда попробовать мочкануть, можно лича попробовать мочкануть. Став на коня нужно делать. Минус еще один финт. Ну став на коня. ДК умирает! Это ГГ! Нана! Как так-то, а? А вот так. Спасибо за аналитику. Очень устал немного. Шугают, что типа игроки бессмертные, но это не так. Многие не учитывают эмоциональную составляющую, которая всегда очень важна, по сути. Там, как говорится, кто-то там, как говорится, помял, кто-то не помял. Меня мучает вопрос, а что помял? Ой, Миш, я думаю, всем нам мнут иногда. Да, мнут. Мышку мнут. Могут и не мышку мнять, как говорится. Ну, хавк не сдается, это уже плюс. А в чем? В чем? Не сдается? Или в чем плюс? В чем плюс? Минус. Ладно, минус.
Пора сдаться и не тянуть резину. Два стрима, один был неудачник, не выиграл, а другой, как говорится, показывает скиллы игры. Ладно, надо собраться нам, Миша, все, соберись. Ты устал? Нет, 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 не устал. И, чтоб тебя там помяли. Меня регулярно мнут, все в порядке. Герой 4-3-2 на почти 5-4-3. Нет, преимущество. Ой, коня, 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 став, став! А, став на КД. О, как, что? Почему, что случилось? Он отменил вручную или что произошло? Нельзя, по-моему, отменять или можно? Кажется, можно отменить, если это типа ченглинг, как в это, как у хавков. А зачем хапач отменил? Точно? 3-2-2, может? 4-7-7? Как говорится, казино, казино. По-моему, нельзя отменять, я не помню. Ну, сейчас эксперты нельзя... в чатике напишут. Ты сало отменяет, но эти, если кидают, они уже типа как паразиты вырываются. 1488. По-моему, нельзя, я не помню, пацаны, можно или нельзя? Нельзя вроде, я тоже... Ну, а как объяснить тот момент? Он передумал? Кто, банча передумал или конь передумал переманиваться? А может, кто-то другой? Никогда не поймешь. Когда где найдешь, где потеряешь, как говорится, коня. Так. За призы. Да, потом... это была компенсация, потому что он реально... назначили переигровку игры, где у него было серьезное преимущество. А получить серьезное преимущество в игре против... Опа, Миша, опа! 2-2, думаешь? Опа. Получить преимущество в игре против Муна, это прям... Это и большая редкость, короче говоря. Нет, там... У него интернет моргает. Ну, наконец-то, машина! Да, у него стрим офнулся. Бывает, бывает. Акалиты получаете! У Хэппи были скачки напряжения, говорит Сэнни. Повар говорит, так зрителей уже не осталось, одни стримеры кругом, работать некому. Да, да, это проблема. Согласен. Телепорта нет. Лич, 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 лич! Лич, лича, лечит, лича, минус лич! Он его догнал! Классно было! Хорошо. Ну, еще рано списывать, да. Да, рано. Спасибо, что позвал, до новых встреч. Спасибо тебе большое, Соник, за компанию. Отлично получилось. Хорошего вечера, спокойной ночи. Всем пока-пока-пока.